Итак, ну что же, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы продолжаем проходить игру Pokemon Soul Silver. И сегодня нас ждет, наверное, одна из самых важных вообще битв, потому что сегодня мы столкнемся с чемпионом элитной четверки, которого зовут Ланс, да. Мы будем бороться за чемпионство против него. Это будет наверняка крайне сложно, но я, в общем, вроде как готов. Я даже подготовил читы, на самом деле, но это в крайнем случае. Реша ждал нас, Марк. Я знаю, какой у тебя скилл есть, да. Давай, короче, сразимся, давай. Выясним, кто же все-таки сильнее. Но он драконьего типа мастер. И это будет довольно сложно, потому что драконий тип, он, мне кажется, наверное, один из самых вообще сильных в игре. Да и вообще в покемонах, как по мне. Ну и первый Гаярдос. Такой водно-драконий тип у него. Ну, давайте попробуем что-нибудь сделать. Так, ладно. Я попробую аэропласт сделать. Сразу же. Попробуем его вот такой вот атакой сразить. Посмотрим, как он ее выдержит, не выдержит. Но он ее выдерживает, окей. Отвечает нам ледяным укусом. Луиге это не очень нравится. Что, собственно, понятно. Давайте попробуем экстрасенсы использовать, не знаю. Тайпложен тут бы ничего не сделал, потому что Гаярда с водного типа, он бы нас просто в нулину вынес. Ну, не забываем, что у него есть хилки. В общем-то, да. Я, кстати, хочу вам честно сказать, на самом деле я уже пытался с ним сразиться. Я забыл об этом упомянуть, и, ну, как вы понимаете, я отлетел. Поэтому я уже знаю, что у него за покемоны. Но, честно скажу, он действительно очень сильный такой. Тренер. Ну и время показать фишку. Я надеюсь, она сработает. И она не работает почему-то. Ну да, full restore у него. Так, не знаю, у меня читы почему-то не работают. Это странно. Я, правда, не знаю, как они работают. Я их проверял, они работали, но сейчас что-то они... Это странно. Может, надо, пока он меня атакует, использовать. Но атаковать он пока не может, кстати. Мы его пока давим. Надо его давить в любом случае. Так, не знаю, может это у меня эти читы просто не работают. Нет, работают, все-таки работают, отлично. Извините, но это слишком жесткий чел. И блин, в моем положении на самом деле его реально невозможно, по-моему, вынести. Ну то есть это Unreal там будет, короче, забейте. Но вот так вот схитрим. Ну и вынести его у него не получится уже, нас никак. Все, Гаярдос падает. На самом деле, Гаярдоса можно было и без читов, мне кажется, вынести, но... Мне, к сожалению, еще нет, но особо-то и много времени задротить в эту игру, поэтому поступим тут немного по-читерски. Ну как немного? Так, Аэродактиль. Аэродактиль у нас каменно-летающего типа вроде. Он раз драконьего? Он же вроде каменного типа, разве нет? Но мне кажется, он должен от гидропампа отлетать. Нормально там. Ну да, у него же есть каменные атаки. Так, окей, ну сносит он нам достаточно много, но... Но нам как-то вообще все равно, это если честно. Попробуем. Да, я слышу, что сейчас сильный удар будет. Да, отлично. Так, главное, чтобы он не захилился. Ну тут еще один гидропамп надо. Опять рокслайд. Очень мощно, но не для нас. Для нас это вообще не работает. Ну, кстати, если бы мы сейчас без читов были, он нас вынес. Промахивается, и последний остается у нас гидропамп. Но, по-моему... А он нам мог понадобиться... Блин, ладно. Я просто не знаю, что у него за покемон будет один. Ну ладно, пофиг, на самом деле. Сейчас у нас аэродактиль все-таки падает. Луги справляется с двумя покемонами. Они падают, ну и Луги 49 уровень уже. Мне нравится это количество хп, блин, там. Драгонайт следующий. Тут уже будем меняться на Тайплоужена. Правда, Драгонайт... О, это будет очень сложно, на самом деле, поверьте. Это будет действительно очень сложно, но мы попробуем. 4 покемона остается у него. Так, ну давайте Лава Плюм попробуем. Ну, мне, в принципе, бояться-то нечего. Ну да, вот видите, урона я ему очень мало наношу. А он подгорел! Отлично, он подгорел. Главное, чтобы не было Thunder Wave. У него Thunder Wave есть? Серьезно? Ну да. Отлично. Ну, просто супер. Я ничего не могу сказать здесь. Ну, Драгонайт тоже теперь получил тут свою плюху. Ладно, я сразу это сделаю.
Я подстрахуюсь сразу же. Потому что, блин, в прошлый раз у меня неплохо так вынес. Но я как раз таки Драгонайт и не смог, по-моему, вынести. А, или я троих вынес. И у него еще один, по-моему, Драгонайт был. Вроде что-то такого. Там у одного из Драгонайтов будет, кстати, ягода. Которым... Нет, это значит не у него. Да, значит, у другого Драгонайта. У него их несколько, по идее. Так, ну это Драгонайт падает. Собственно, все, он упал. Тайпло уже получает нормального опыта. Да, на самом деле, не очень-то и много. А, так, ну пока мы можем похилиться, на самом деле, чтобы паралич убрать. Я думаю... Хотя смысл нам его убирать, на самом деле, я так подумал. Давайте попробуем так. Так, Dragon Rush. Ну, видите, да? То есть он прям много сносит. То есть это Unreal было бы просто. Лугию бы он тоже там вынес, а остальные покемоны у нас просто ничего сделать не могут. Поэтому, мне кажется, тут... О, опять подгорает. Отлично. Прям все на нас сейчас играет. Это хорошо. Так, ну давайте еще раз попробуем. Промахивается, промахивается. А мы атакуем! Паралич вообще на нас не работает, но это уже не читы, по идее. Да, у меня читы только на бесконечные хп. Нормально. Ну тут поймите, тут тупо спасает нас хп, но сейчас я прям очень жестко иду, на самом деле. Драгонайт сли... А вот этого Драгонайта будет хилка. Я вспомнил, да, у него ягода будет. 50 уровень у этих было 42... 49, а у этого 50. Ну давайте еще раз попробуем поджечь. Ой, вот этот мой... Вот этот меня вынес, кстати, да. Вот именно вот этот Драгонайт, он прям мощный какой-то. Он прям очень... Вот смотри, 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 сколько много сносит. А паралич на освещение... Может, это читы тоже помогают? Я не знаю, кстати. Нет, этот, кстати, по-моему, да, он ему нормально. Дайте лаву, плюм. Ну, я ему мало сношу, типа, это Unreal выиграет, поймите. То есть, в целом, у меня тут тогда был бы стоп. Поэтому... Ну, вы видите это, вы это видите сами, типа, сколько он сносит. То есть, ну, это просто невозможно его выиграть. Вот. В моем случае, честно, поджегся, отлично. Да, он поджегся, но у него ягода есть. А, только... Да, вот он ее съел. Ох, ну он нормально съел, кстати. Но это нас не волнует. Он конфуженный сейчас. Он щ... А, нет, он атакует. Смотри, смотри, что делает. Я попробую еще раз прожать щит. Да, все, нам вообще все равно. А, вот сейчас он, кстати, мало снес почему-то. А, нет, он не мало, потому что я его восстановил, я не знаю, сколько он снес. На самом деле. Да, он еще и поджегся, и у него еще этот. Он конфуженный еще, к тому же. Короче, тут прям мы неплохо вносим, но, правда, с читами, ну и ладно. Извините, я покемонов всегда так проходил. Хотя, знаете, вот на Nintendo Switch я когда проходил, там же читы нельзя вести. Не знаю, у меня там всегда все получалось. А когда, блин, я играю на эмуляторе, у меня всегда что-то идет не так. И падает у нас Драгонайт, у него остается, по-моему, последний, да, покемон получается. Чаризард, да. И вот тут, знаете, я Тентакруэлла вызвал, потому что он водного типа. Не забываем, что у нас читы. И мне... я хочу, чтобы он его вынес просто сейчас. Сейчас будет смешно, ребят. 30 уровень вынесет 48-й, давайте. Так, ну тут... Тут ватерф... Не, серф. Сейчас. Это, конечно, смешно, но это я хочу это сделать. Просто серфом его, на его. Я не знаю, сколько это ему снесет. Ну, ладно, нормально. Тентакруэл, давай. Спасай нас. Ты прям идеально под него подходишь, поэтому я тебе доверился вынести через арду. Давай, давай, давай. Ой, флинт что-то у нас. Тентакруэл не смог атаковать. Через арт прям... Ну, тоже мощно. Но все-таки нет, используем серф. Но я надеюсь, что хилок у него больше нет. А нам хилки больше, в общем-то, и не нужны. Я никогда не сдаюсь, говорит. Неважно, что произойдет, но я никогда не сдаюсь. Но это правильно, но в твоем случае, Ланс, ты не выиграешь уже никак. Да, опять флинчит. Блин, он сбивает меня. Он сбивает меня, и это не нравится. Давайте серф. На-на. Да блин, вы чё, рофлите, что ли? Так, ладно, ну... Нет, у него был один фулл рестор. Да ты чё, рофлишь, что ли, Ланс?
ну и нафига ты это делаешь? Не, ну это дичь была бы. Я бы реально вот в ну, типа, без читов я бы это не сделал, мне кажется. Это просто не... У него две хилки. У того, у Драгонайта мощного еще и этот ягода немного хоть и вставить, но это важно тоже. Типа, мне кажется, это реально Unreal. Ну ладно. Ну, короче, мы его вынесем, и я выключу все-таки чит. Потому что я знаю, я уже посмотрел, что нам дальше надо делать. Я так понимаю, что следующее мы отправляемся в Канта. Ну и что, нам остается совсем чуть-чуть. И через арт у нас упадет. Да совсем чуть-чуть. Еще! Что? Не, ребят, ну это с читами надо проходить. Это типа без читов, это бред. У него тупо, я так понимаю, у него бесконечный фулл рестор или что? Это же дичь. Типа, камон. Это бред. Давайте waterfall попробуем, ладно. Сейчас хп по приколу установлю. Да ну это бред же, ну. Что, это эффективно будет? Waterfall. Ну, по идее, тоже эффективно, waterfall. Не, ну это вообще бред. Три хилки у него, фулл хилки, блин. Ну это реально дичь какая-то. Да и сносит он так-то нормально. Прокачаться так, что типа ты его в нуль вынесешь, но это тоже очень сложно. Это задротить прям сильно надо. У меня, к сожалению... Что? Подождите, так это невозможно его тогда выиграть. У него бесконечный фулл рестор? Что? Не, ну он тогда... А, ему хп теперь немного сносит. Я реально... Я вообще не понимаю, что за бред. Не, ну уверите, что вот это вот можно без читов пройти? Ну, я понимаю, что можно, но... Типа, я не знаю, сколько надо быть задротом в этой игре, чтобы... Типа, у него просто... Он просто хилится. Так это бред же. Ладно, я еще хилюсь, но NPC... У него просто бесконечное количество, что ли? Не, у меня бомбанет, и сейчас я опять... Я вообще тогда хз, что делать. А, ну я знаю, что надо делать. У меня... Я видел, там чит есть, который с одной тычки выносит покемона. Да ну это реально дичь какая-то. Я сейчас промахнусь, спорим? А, нет. А, ну все тогда. Тогда у него хилки, что ли, закончились? Он, или он не стал просто использовать? Мы все-таки это сделали, ребят. Мы все-таки это сделали. Тентакруэл... Даже уровень мы не дали. Серьезно. Все. Я не бомблю из-за того, что я проиграл. Я рад. О, 10 тысяч он нам дает за победу. Говорит, что он рад, представьте. Нового чемпиона, дамы и господа. И мы хоть вот так вот, таким вот образом, но все равно стали чемпионами. Элитной четверки, собственно говоря. Это кто? Мэри? О, нет, все закончилось. Профессор Оук, вы очень медленный. А, это профессор Оук. Он хотел посмотреть, но он был очень медленный. Да-да-да. Было импрессив. Да, в общем-то, мы новые чемпионы элитной четверки. Поздравляем, Марк. Интервью хочет взять. С новым чемпионом. Давай, пойдем со мной. Ой, подождите. Я хотел взять интервью. А вот и комната чемпиона. Собственно говоря, мы к этому и шли. Было давно уже, как я здесь был, говорит он. Но сегодня все, мы новый чемпион, мы смещаем Ланса с этой дорожки. Теперь надо зарегистрировать покемонов наших, как чемпионских. Да, сейчас они регистрируются, и вот мы сейчас на них посмотрим. Лугия. Hall of Fame. Доска почета, типа, как вот. Как это правильно? Ну да, типа, как доска почета. Type Lotion! 56 уровня. Да, тут даже написано, когда мы их встретим. Ну, Геодут. Я промолчу. Про Геодут 23. Он так и не эволюционировал, даже перестал прокачивать. Это печально, конечно. Ну, Пиджота я тоже, к сожалению, забыл. Хотя Пиджот тоже хороший покемон. Но в любом случае, все эти покемоны прошли с нами... Тернистый путь, но на этом наш путь не заканчивается. Несмотря на то, что в основном в покемонах всегда так, что вот элитная четверка это
конец основной линии. Наверное, я не знаю, так здесь это или нет, но в любом случае нам предстоит еще Канто. Регион Канто, где нам придется сразиться с 8 еще лидерами стадионов и завоевать еще значки в Канто. А вот и все, вот она наша шестерка получается. И мы становимся... Мы за 14 часов 24 минуты дошли до этой победы. И, в общем-то, мы действительно стали чемпионами. Ну, так, я так понимаю, можем... А, надо было нажать. Все, мы сохраняемся автоматически. Ну и вот. Как-то на этом все и заканчивается. Но единственное, мне интересно, где мы сейчас появимся. Ну, это было бы нереально, мне кажется, без счетов пройти. Ну, посмотрим. Ладно, хоть так, но в любом случае... Это совершилось, дамы и господа. Это совершилось. А, ну мы, получается, основную игру прошли. Потому что если здесь титры, то да, дамы и господа, мы прошли игру, получается. Основную часть мы прошли. Ну, у нас тут титры, ну ладно, мне кажется... А, мы не можем их пропустить даже. Мы даже не можем их пропустить. Ну, ладно, давайте их посмотрим, наверное. Потому что тут у нас, вон, все те самые герои, которых мы встречали по прохождению. Он Алекс, который нас толкнул. Да, давайте посмотрим все-таки титры, так уж быть. Но эта серия, значит, будет не особо долгой в сравнении с остальными. А вот те самые лидеры стадионов. Я уж даже не помню, как их зовут, но, в общем-то, мы их когда-то побеждали. Когда-то мы завоевали значки. Пичу. А он Тогипи, который, кстати, вылупился у нас тоже. Который у меня сейчас лежит в ПК. А вот с ней я вот использовал читы, я помню, да. Я ее не смог пройти тоже. Ну и все, это вот два раза мы за игру я только использовал читы. Получается, ну, на бесконечное ХП. И насколько я помню. Да. Остальных я победил уже честно, в честном бою. А, ну, короче, в общем, пока можно поговорить о том, что нас ждет Канто, как я говорил, и легендарный покемон. Ну и, в принципе, все, мы тогда уже, ну, в общем-то, прошли игру, по сути. Но основную часть, я так понимаю, что мы уже прошли, если у нас, соответственно, идут. Потом, опять, там, насколько я помню, можно взять реванш у всех. То есть можно еще раз сразиться с лидерами стадионов и с элитной четверкой еще раз. Но прикол в том, что там они уже будут более сильные. То есть там и уровни будут, и вроде покемоны у них какие-то новые тоже будут появляться. А вот, кстати, команда Ракета, которую мы вынесли. Мы их победили. Кстати, как я узнал, Джованни, вот который является этим боссом команды Ракета, он все-таки не будет лидером стадиона. Хотя он был лидером стадиона, но его тут не будет. Я узнал, кто там будет лидер стадиона, пока не буду ничего говорить. Но, хотя, ладно, я могу сказать, потому что... Хотя, ладно, короче, забейте. Так, опять у нас там... А, это элитная четверка сейчас была. А вот мы и дошли, сейчас конец титров будет. Вот, собственно, и Ланс. Тот самый Ланс, которого мы сегодня победили в честном бою, собственно говоря. Да-да-да. Поэтому... А вот и наша мама, да, насколько я понимаю. Сатори Ивата, да, кстати. Сатори Ивата легендарный человек. Если я его ни с кем не спутал. Ну вот, конец. Да, ну получается, мы основную серию прошли. Основную, типа, часть игры мы прошли. И мне интересно, что будет сейчас. Где мы... Мы дома, наверное, должны появиться тогда, по идее, да? А, у нас игра перезапускается. Вот так вот. Да, у нас перезапускается игра. Ну и давайте зайдем. Получается, да, вот так вот. Да, мы появились дома. Мы появились дома. Кстати, мне интересно, у меня на ПК ничего не появилось. У меня есть сообщение от Лиры. Я люблю покемонов. А, это, по-моему, в начале, да. А больше нам ничего не присылали, кстати. А вот и мама нас встречает, собственно, чемпионов. А, у профессора Элма, короче, что-то есть. Чтобы он нам хочет что-то отдать. Ну, давайте пойдем. Так, ну профессор Элма же у нас здесь вроде обитает, насколько я помню. Или нет? Да, он здесь обитает. Чё ты хотел? Ты тут. Так. У меня есть кое-что для тебя. А-а-а! Вот это да! Билет на... Этот. На пароход у него есть.
Но круиз! Отлично! Мы можем отправиться в Канто теперь через этот круиз. Но, в общем-то, да, и нас ждет профессор Оук в Канто. Так, у меня вопрос только один. А, у нас все похилено, все похилены. Собственно говоря, я думаю, можно и закончить на этом серию. И, в общем-то, да, потому что мы и так много сделали. Ладно, в общем, с вами был Марк, и увидимся уже в следующей серии. Всем пока!